Всем привет, друзья! Сегодняшнее видео я хотела начать с вида, который открывается в нашем окне, который мы можем наблюдать каждый день, лежа на кровати. На завтрак у нас сегодня будут драники. Садимся завтракать. На завтрак у нас сегодня драники. Мы пожарили с Ксюшей хлебушек итальянский, который купили вчера. Помидорки черри, черешня, йогурт, чай, нарезка сырная, мясная. Маслины для оливки зеленые, сметана, вернее, это у нас йогурт к драникам, свежий огурец и яйцо отварное. Ставлю посуду чистую, тарелки, вилки, ложки, и каждый набирает себе все, что хочет. И к чаю у нас вчера в Италии купили пирог вот такой, халву купили в украинском магазине и рахат лукум, болгарский тоже. Купили в украинском магазине. Ну и чай. Всем приятного аппетита, кто кушает. Ризотто, по-моему, с грибами, с хлебом и колбаски вот такие мясные. И сейчас говоришь там мне пень. Ничего не слышно. Ристатто мне пень. 139. Очень вкусная ризотто и колбаска. Деньги считаются. Поднялись в замок. Тут, оказывается, живым тоже много людей. Все ждут салют. Наверное, отсюда будет красивее салют наблюдать. Хотя снизу бы он был на фоне замка. Там внизу.